город не засыпает, и музеи открываются. В этом году Ночь музеев объединила десятки культурных локаций. Барнаульцы могли познакомиться не только с культурой своего региона, но и других стран. Всего за одну ночь освоить ремесло запросто. Каждый барнаулец, независимо от возраста, бесплатно мог поучаствовать в мастер-классе. Плюсов много. Новые умения, занятия бесплатные. Валянием шерсти делаю брошку для жены. Из джинсовой ткани вот такие перышки мы делаем. Лайла. А еще в эту ночь студенты Института культуры оживили городскую легенду. Посмотреть постановку «Голубую даму» мог каждый желающий. Молодые актеры готовились и много работали над собой. Зрителям понравилось. Через переживания. Очень тяжело вживаться в роль, когда характер тебе не свойственен. Мы играем голубых дам. Это души голубой дамы. Так, в краевой столице в культурную ночь не спали почти полсотни разных музеев. Городские, частные, ведомственные, школьные и другие. В этом году мероприятие приурочили к Международному дню музеев. 79-й годовщине Победы, десятилетию детства, 70-летию со дня освоения целинных и залежных земель и 150-летию Николая Рериха. Большая часть площадок работала бесплатно. Всего же в Алтайском крае участниками музейной ночи стали 45 тысяч человек. Мария Костря, Владислав Ковалев. День с толком.